Сегодня Соединенные Штаты Америки практически диктуют мировому сообществу направление во внешней политике. Исходя из последних событий, будет не безинтересно разобраться в том, как США добилась такой практически монополии на определение общемировой внешней политики. При этом я не буду останавливаться на этом явлении слишком подробно, так как эта тема требует отдельного научного изыскания, а только обозначим ряд ключевых, на мой взгляд, моментов, которые привели к этой ситуации. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки в начале своего развития, по утверждению американского социолога Вильямса, носила чисто прикладной характер и была направлена на расширение территории и усиление экономического влияния. Так, в период с 1824 по 1826 год Соединенные Штаты Америки предотвратили освобождение Кубы и Пуэрто-Рики силами Колумбии и Мексики. Опираясь на данный факт, в середине 1840-х годов они обосновали свое право на присоединение части мексиканских территорий. И в ходе захватнической войны в 1846-48 годах, прикрываясь лозунгами на самоопределение свободного Техаса, захватили большую часть территории Мексики, а именно Техас, Калифорнию и штат Орегон. Также они воспользовались нестабильностью в регионе. Соединенные Штаты Америки с выгодой для себя оказали помощь в освобождении Кубы, Пуэрто-Рики и Филиппинам. В результате этой помощи они захватили Филиппины. Интересное замечание Марка Твена по поводу захвата американцами Филиппин. «Мы купили острова у мнимого владельца, у Испании, и хитро прикинувшись бескорыстными друзьями, заманили доверившийся нам слабый народ в ловушку и захлопнули ее. Мы загнали его в горы, мы наложили руки на весь обширный филиппинский архипелаг. Точно, он и вправду наш. Мы усмирили тысячи местных жителей и похоронили их. Мы вытоптали поля этих людей, сожгли их селения и лишили крова осиротевших вдов и детей. Обрекли на изгнание и тоску. Неугодных нам, а остальные, десятки миллионов филиппинцев, поработили при помощи добровольной ассимиляции. Над всеми этими пиратскими трофеями поднялся наш охранительный флаг. Наряду с военным расширением своей территории Соединенные Штаты Америки для укрепления своего международного влияния, а также для расширения рынков сбыта для своих товаров, в 1830-х годах начинает свою первую экономическую экспансию в Европу. Вот что по этому поводу доносил в МИД Российской империи наш известный дипломат-поэт Тютчев. Сардинский кабинет доселе содержит в тайне конвенцию, которую он только что заключил с американским правительством. Вот, однако, что я узнал об этом. Полагаю, что могу сообщить эти сведения как достоверные. Американский агент предложил полную отмену в обеих странах дифференциальной пошлины на некоторые продукты. Таким образом, избрав путь на Сардинское государство и на Геную, американская торговля будет иметь возможность не уплачивает транзитных пошлин, выбрасывает в центр Швейцарии и герцогства Пармского все свои товары, которые оттуда будут переправляться контрабандным путем в Германию, во Францию или в Ломбардию. Из всех этих подробностей, по-видимому, явствует, что цель, которую преследуют американцы, заключается в том, чтобы прочно утвердиться в Средиземном море. Данный факт, на мой взгляд, является очень важным, поскольку начиная с этого времени внешнеполитическое влияние Соединенных Штатов Америки в значительной степени начало развиваться путем экономической экспансии, что и привело к тому, что через много лет американский доллар стал одной из мировых валют. Однако в конце 19 и начале 20 века Америка вела агрессивную внешнеполитическую стратегию. Ее называли стратегией «большой дубины» и выполняла по сути полицейские функции в западном полушарии. Так, в начале 20 века американцы осуществили ряд инвестиций с элементами экономического давления в такие страны, как, например, Куба, Гаити, Мексика, Панама.
В это же время во внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов Америки начала применяться так называемая стратегия «Анаконда» – блокирование выхода к морю и к береговым линиям, успешно опробованная ранее в гражданской войне против Южных Штатов. По сути, эта стратегия повторяет стратегию осады крепости или города, только в масштабах государства. Также американское правительство успешно следовало советам своего адмирала Мэхена, который рекомендовал правительству дружить с британской морской державой, пока есть необходимость, препятствовать Германии выходу к морю, препятствовать расширению влияния Японии в Тихом океане, дружить с европейскими государствами против Азии. Наиболее ярко такая политика США была продемонстрирована во время Холодной войны против континентального социалистического лагеря, когда были созданы такие военно-политические блоки, как НАТО, СЕАТО и СЕНТО. То есть изначально эти блоки были созданы по инициативе Соединенных Штатов Америки для ослабления и разрушения Советского Союза. Хотя создание данных блоков не была единственной причиной распада Советского Союза, но все-таки внесла свою лепту в его распад. Указанная стратегия американцами используется и в настоящее время для влияния на государства всего мира с целью гегемонии во внешней политике. Не только военной силой и агрессивной внешней политикой Соединенные Штаты укрепляло свое лидерство на международной арене, но еще и за счет грамотного проведения в средствах массовой информации, популяризации своей культуры, своего образа жизни и своих ценностей. Благо, современные технические возможности способствуют легкому проникновению информации в сопредельные государства. И если грамотно направить нужную американцам информацию о том, что хорошего несет их культура, наука, то по истечению определенного времени данная пропаганда может подточить устои той страны, на которую она направлена. И это ведет к тому, что местное население начинает этому верить и добровольно подчиняться идеологии Америки. А если страна не подчиняется, то Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право прямого вмешательства, в том числе и военного, во внутренние дела суверенного государства. И самое главное, в мире нет на сегодняшний день достойной оппозиции США. То есть мир, на мой взгляд, утратил внешнеполитическое равновесие. В завершении хочу задать вопрос, почему правительство Соединенных Штатов Америки на протяжении столь долгого времени действует как избалованный подросток, который думает, что ему все дозволено. С моей точки зрения, для США проблема состоит в том, что они заняли статус сверхдержавы, не пройдя должных сроков школы великой военно-политической державы, способной сосуществовать и на равных взаимодействовать с другими великими державами. Поэтому Вашингтону весьма трудно учиться на уроках истории и делать адекватные из создавшейся ситуации выводы.